января жители за 55 поселка Ишеевка стали чаще ходить в районную больницу. Но не из-за плохого самочувствия и новых рецептов ради, а вовсе наоборот. На базе медучреждения с начала года открылся пункт здоровья. Пункт у нас, понимаете, он открылся не спонтанно. В общем-то, на нас вышел Ульяновский район с просьбой организовать вот здесь вот отделение Красного Креста. Вот, и предоставили нам помещение. Помещение видели какое, да, достаточно большое. И простор для фантазии огромное количество. Для начала, конечно, мы собрались, аккумулировали все силы, да, и открыли вот эту часть. Теперь вместо пустующих помещений есть спортивный зал с кардиозоной, зал для лечебной физкультуры. Один кабинет организован специально под кедровую бочку, а комната отдыха скрашивает ожидания в очереди на процедуры. В пункте здоровья работают терапевт, психолог и врач-реабилитолог. В качестве омолаживающих процедур – услуги косметолога и массажиста в кабинете красоты. Приглашаем людей пенсионного возраста с 55 лет женщин, с 60 лет мужчин, а также инвалидов с 18 лет. Люди проявляют интерес, к нам ходит население, работаем со своим населением, объясняем, что это необходимо, что кроме лекарств, кроме лечения, что нужно людям оздоравливаться, заниматься собой. 56-летняя Геленямин Кадировна посещает пункт здоровья с самого открытия. Сначала ходила коротать время. В марте женщина перенесла операцию. Пункт здоровья полностью заменил ей реабилитационный центр. Я в одно время хотела даже у себя дома открывать. Так нам обидно было. Но у меня условий не хватает такой. Вот. Еще надо можно расширить. Вот мы занимались физкультурой, чтобы было душевой кабина обязательно, чтобы мы все это. А потом собраться, ходить надо бассейн, музей. В скором времени Ишеевский пункт здоровья станут посещать пенсионеры из удаленных уголков Ульяновского района. Им не придется жалеть времени, потраченного на дорогу. В центре можно будет остаться на ночь. Здесь у нас планы открыть 4 койки круглосуточные, то есть будет администратор, и открыть уже зону для физиопроцедур. Вот такая маленькая. Хотим еще построить инфракрасную сауну. То есть потребность, да, и есть желание. Подобные пункты здоровья также откроются в поселке Красный Гуля и еще в 6 селах Ульяновского района на базе фельдшерско-акушерских пунктов. Рената Люлова, Юрий Конихин, Новости Улправда ТВ.